это огромный цикл, это огромная постмодернистическая программа. Она является с точки зрения, ну, например, архаического православного сознания просто чистым сатанизмом, уже таким без нюансов, да? Но, в общем, на самом деле это и есть общество антихриста, которое на Западе строится. И я думаю, что потенциал, такой креативный потенциал, еще не весь еще далеко. То есть будут черные чудеса, будут определенные такие вещи, которые будут завораживать. Я думаю, генная инженерия, мы еще видим только, ну как бы сказать, последних людей. Мы еще не видим первых постлюдей, которые вот-вот будут. Это должны быть мутанты, клоны, армии киборгов. И это не просто сказки или научная фантастика.